Ну что, друзья, всех рад приветствовать в очередной раз на своем YouTube-канале. Снова ваши любимые Пандосы Фиксович и Артемий Форзарезович. Ты с кем-нибудь вообще записываешь совместки, кроме меня? Ты, я, знаешь, я как этот арабский муж, а у меня много жен, и вот вы две. Ну, кстати, да, что-то в последнее время только мои. Только с тобой записываю, получается, совместки больше никто не хочет. Когда из двух человек, которые должны записать ролик, один стабильно может записывать видосы, это гораздо лучше, нежели чем когда два человека оба, блядь, не могут найти время. Бывают и такие личности, да, которых не поймаешь. Кул! Макс Гути! Я тоже ненадежный, так скажем, компаньон. То есть не исключено, что сейчас мы поздороваемся, и ты просто уйдешь, да? Да, ну все, ребята, я пошел. В общем-то, как видели по названию данного видеоролика, у нас сегодня будет легендарная битва составов. В частности, это Филиппа Инзаги Прайм в моменте. О, вот смотрите, как он громко кричит. Удар 95. Пейсуха, конечно, такая себе. Но, справедливости ради, я уже успел отыграть за него 5 матчей в Викинг-лиге. Он забил 2 голешника, отдал 3 голевые передачи. Слушай, ну это форвард, ну это настоящий форвард. Я смотрю на своего Вьери просто, и у него на фотке пластырь во весь лоб. И походу это вот 95 удары, блядь, прилетели от Инзаги. Вот такие вот два легендарных итальянских форварда. Кто, если не я, должен записывать на них битву составов? Врубись, никто другой. Это что такое? Я рад, что ты не выкупил. Давай тогда сейчас поставим своих игроков и постараемся угадать кого-нибудь. Друзья, сегодня у нас Лига Европы на связи. И какая вывеска? Манчестер Юнайтед будут играть против Милана. И увеличить интерес к этому матчу можете, перейдя по закрепленному комментарию и сделать ставочку у наших корешей с компании OneX. Или же просто можете перейти по моему QR-коду. А если вам нужны монеточки для улучшения своего состава или хотите просто пооткрывать пакцы, мой личный сайт PandaCoin к вашим услугам. Ссылка будет в описании. Так, ну смотри, справа у меня стоит, как ты можешь догадаться, тоже итальянец. Ему нужен был линк. Тут стоит замороженный Политано. Арендованный у меня валяется до сих пор в клубе. И, собственно, слева я сначала думал поставить Эль Шрави, потом Чалханоглу. Но эти варианты оставил и решил потестить новую свеженькую карточку What If. Это Финзензо Грифо. Карточка интересненькая, 4 на 4, итальянец. Скажи, пожалуйста, угадал ли ты кого-нибудь? Я когда ты сделал подводку про What If, какая-то новая свежая карточка. Карточка. И я такой, Перейра. Ты Перейра выписал, да? Да, да, но ты поставил Грифа. Но я еще Ребича написал. У Ребича, по-моему, Информ и это Лига Европейская карточка, короче, на двух позициях. Красиво, красиво. Так, у меня такие вот ребята. Слушай, красота, брат. Начну с правого форварда, потому что вероятность того, что ты о нем знаешь, она, мягко говоря, крайне мала. Это Ишак ебаный, блядь. Блядь, он не опадал этот Ишак, блядь. Я знаю про него. Да, Санек Ишак, блядь. А слева стоит... Франк Рибери? А ты кого выписал? Я выписал Перешича Эль Шарави. У меня, кстати, если что, Вьери из Интера, ребят, кто не понял. Да, да, а у меня Инзаги из Милана. Так, ну что, переходим к центру, получается. 2 ЦП и ПФ. Давай, давай. Но расстаться нам с тобой пришлось. Кончилась путевка. И погода. Слушай, я пойду в Коле, не хочу. Новую кассу. Я знаю, что ты много играешь, типа, вне записи в эту игру. Поэтому я выписал одну бесплатную карточку и две покупные. Ну давай начну с бесплатной, раз уж ты ее выписал. Дункан из Фиорентины. Есть ли у тебя такая карта, скажи мне сразу. Она у тебя справа стоит или слева? Она справа стоит. Хорошо, давай дальше. А слева у меня стоит Барелла, информ карточка 83 рейтинг. И справа очередной игрок из Фиорентины, Хосе Калихон. Дункана я не выписывал, но я его ненавижу, блядь. А, но вот Бареллу, да, да, Бареллу я угадал. Бля, я выписал собака. Тонали, вот про этого бесплатного я да, говорил. Да, про да. Тонали, Бареллу и Верати. Ты сказал, что у тебя интересный сквад, я решил вот таких вот игроков выписать. Ну, возможно, я зря тебе это сказал. Ну, короче, смотри, справа у меня стоит Порту. Но это не интересный блядь, игрок. Сука, это не интересный игрок, но мне нужен подсыгранный. Правый ЦП ВАС и левый ЦП Эриксон. Я сначала выписал Порту. Ты меня, короче, в заблуждение нахуй завел. У тебя тут неплохой треугольник из бельгийцев получался. Найнголан, Вицель и Янузай. Я вот такой тройник выписал. Они все идеально по сыгранности подходили. Мне показалось это интересным, не знаю. А, видишь, мне очень интересно подходил Вицель, потому что у Ишака нет линка с Вьери же. А, блядь, я забыл. Точно. Я забыл про то, что нет линка. Ну, это мой косяк, ладно. Ну, давай, крайки. Полетели. Полетели, блин. Ой, извините. Ну, я не знал, что у тебя с ПЗ. Там кто угодно может быть из любой лиги, по сути. Но, вот. Ну, ты выписал ПЗ?
Не-не-не, ПЗ нет, поэтому а, я... А, ну, справа у меня Беллерин. А слева у меня Руссильон. Ну, его убираешь тогда. Ну, я выписал туда Дэвиса заебало, и Руссильона. Я сначала выписал заебало, Венделя, а потом я смотрю, блядь. Вендель стоит 200к, и я такой, блядь, ну ты не будешь собирать ЛЗ уебищного какого-то, блядь. С... Блядь. Ладно, хорошо. Я в ПЗ тоже не стрелял, можешь его сразу назвать. Блин, жалко, на самом деле, что не стрелял, потому что здесь я пытался удивить и себя, и тебя. Короче, угу, я поставил Алекса Морено. А слева? Да, ну слева, я думаю, ты угадал Тео Эрнандес. Я, честно, вообще не расстроен, потому что Тео Эрнандес — это мой, наверное, самый ненавистный левый защитник вообще в игре. Что он тебе сделал? Он играет у всех хорошо, кроме, блядь, меня, долбоеба. Так, ну давай. Сколько у тебя там лиг? Да честно, одна. Ну, я выписал французов из самых противных из возможно. Ну, есть у меня тут один француз, карточка, которую можно было получить там за какие-то бесплатные задания. Это Фафана на ЦЗ. Бля! Твой турецкий друг Сонджу и на воротах Поуп. Это интересно, поэтому мне даже не обидно. Окей, если красиво. Честно. Кого ты выписал? Я выписал Рамоса, Варана и Лингле. Дефолтный такой вариант. На воротах мой любимый абсолютно информ Маньяна. Слева от него Кимпембе и справа Варан. Че за хуйня? У тебя, да, интересный вариант тут был. Кьяйр, да. Делэйна и Бурки на воротах. Предлагаю теперь зарубиться в матче, посмотреть, что из себя представляют эти итальянские. А давай не гимны. Будем рубиться, давай просто сыграем просто друг полайт, против да. друга, может пососемся. Ну, то есть. Ну, давай, это я одобряю вообще. Короче, у меня Филиппо Инзаги будет тренировать Филиппо Инзаги. А Вери, кстати, нет на тренере, я буду. Ну, вроде нет. Ну и, ребята, переходя к нашим корешам из OneX, не забывайте про мой классный промокод. Вот он. Так, ну что, Милан-Интер. Все давай, красиво. Блин, нормально, у нас тематическое дерби. Да, сейчас тематическое дерби. Давай ворот. Играть чисто на наших топ-форвардов. Приятные тебе игры, наши там общие победы. Ты петух, а я нет. Давай. Все, ребят, погнали. Филиппо Инзаги начинает с центра. На, вот такой вот лонгшот тебе сразу по воротам. Какой сейф, Маньян, не зря на воротах стоит. Ой, это же Рибери. Это же сейчас будут финты. Ой. Мана! Ой! Блять, нормально сейванул у меня попка. Окей. Да, блядь, ну что за анимации подъехали, блядь. Ну просто въебался в тебя и упал. Сейчас будет подача на Инзаги. И на! На! Знаешь, кто тебя забил? Блядь, бронзовый бомб. Бетельштром. Брейкдансер. На нахуй! Да пожалуйста, блядь! Да рази! Да иди нахуй, блядь! Похуй, реально, блядь, известный урод, конечно, так нарушил. Блядь, ты чё за хуй, чё я сделал? Ты видел, там не было фола никакого, блядь. Это кикофная, я считаю, это не считается, блядь. Да не вот. Переживай, я не буду забивать. А ты специально не забил? Да, конечно. Да, пиздец, ну, я не знаю просто за что там дали пенальти, там, по-моему, меня даже никто не упал. Бля, ну это респект. Блять! Я затих, короче, все. Вы просили лонгшот, вы его получили, блять. Блять, бачу, у тебя есть толпа стоит, я хуй знает, куда давать вообще. Мам, бля, мы стоим. Ай, блять, Инзаги! Сука! Бля, пацаны. О! Что? Не, вот здесь был пенальти. Ну какой, блядь, чувак, какой ты меня там был? Вот тут я, блядь, прям дай бог упал. Будет повтор. Вот смотри, дай повтор. Бог будет повтор. Дай бог повтор, будет смотри. Повтор. Ты меня прям хорошо. Повалил. Я бежал к мячу. Во, видишь, я наебнулся, блядь. Охуй, блядь, это просто бронзовый уебан. Оба танцы танцуют, блядь. Оба. Я... Ну да, блядь. Ну я не праздную, видишь, я руки поднимаю. Да-да-да-да-да, поэтому посмотри, как я не праздную, блядь. Когда-то, блядь, у него выходил ролик, мой любимый фифер, блядь, и я там был нахуй хедлайнером. Ну с тех пор много воды утекло, блядь. Где мои, сука, защиты? Иди нахуй, ты чё, блядь, забиваешь? Блядь, чё за урод, блядь, посмотрите, он... Хуярит, бля, лонгшот за лонгшотом, блядь. Нихуя, нормально сейчас летел, кстати. И мне вот эта вот фотка, которую ты на паспорт взял, блядь, я тебе говорю, вот это лучшее, наверное, за все твои почти 30 лет. Какая фотка на паспорт? Ну, которая у тебя за воротами еще висит. Ой, офсайд. Офсайд, это же великий Инзаги, блядь, сидит в офсайде, блядь, ждет. Какая блядь. Реалистичная игра, пиздец. Да, там пиздец. Бля, что-то я вообще своего Инзаги не чувствую, сказать по чесноку. На! Ух, да не, ну блядь, ты прям нормально? Вообще, блядь. На, ой, блядь, Инзаги, лучше бы я этого не видел. Пиздец, 95 шутинг, друг. Ты заебал, на на. Блядь, ты заебал этот варан твой. Это не варан, это бортник, Сашка. Это чё, блядь? Это... Блядь, там, ты видел, там сука! Я видел, как мой долбоёб, бля, в перекладину попал. Вот это я видел. Не, в штаны. Ну, не суть. Не, вообще важно. Ты же не придешь на кроссбар челлендж, блядь, на Тудроц канал, блядь, и...
такой, похуй, это не кроссбар, это, блядь, штанг, это кроссбар, шаг, блядь. Блядь. Ебал в рот. Хороший шаг! Красиво накрутил базар, зиру. Ну, очередная попытка, блядь, за Инзаги. Да, ну когда-нибудь. Блядь, да что за... Нормально, блядь, слышишь, нихуя он все это шведочкой туда. Как ты, блин, ты выучил, признавайся? Был, да. Ладно, и шаг лови. И шаг! А, нихуя! Да, вратарь у меня сегодня как бы выйдет на поле, блядь. Двигаю. Нет, блядь! Бронзовый бомж дубль делает, чувак. Ты понимаешь, блядь? Бронзовый ебаный бомж. А где, сука, Инзаги с ударами 95, блядь? Ну, блин, статистика, что у него 2 гола и там 1.5 ассиста за 5 матчей Викинг-лиги, она, мне кажется, о себе заявляет, так сказать. Охуенно. Да, я ваху от этих автоблоков. Блять, ты посмотри, блять. Просто ебаный, блядь, пинг-понг на поле, сука. Инзаги, блять, нахуй. 7-0. Странт 8-9, блять. Бля, у меня и шаг, и Вьери по 2 гола и одному ассисту. У меня, бля, бронзовый бич, не помню, лучше Инзаги. Такая вот битва. Сейчас перейдем к Фарзяру, запишем там на новую карточку Ричарльсона. Вот, давай лучше хорошего футбика затестим. В общем, этот долбоеб сейчас справляется на трансферный рынок. Это Денис Иванович в 5-м сезоне про нас с тобой.